Внимание! Внимание! К празднику Великой Победы все игры на водки.ру со скидкой 20%. Всего за 119 рублей весь май получает до 100 тысяч золота и премиум танк. Спеши! Ссылка в описании. Торнадо Energy. Do damage. Я его не пробил. Ладно, пробил. Ровно альфа вылетел. Идеально. Тютелька в тютельку. 750. Вау. Это был идеальный выстрел. Ну, реально, вы видели? Он еще стоял в этой точке. Он стоял вот в этой точке. Я уже был сведен вот сюда. То есть вы понимаете? Смотрите, я попаду. Телевизор чуть не разбил. Господи, это жесть! Как я попал? Как я попал? Это невозможно! Как я попал? Это жесть! Ладно, не буду. Знаешь, не пидор какой-то. Ребята, есть 100 на ББшках. Подпалю противника бесплатно. Вызывайте нерью. Да это не трусы, это шорты. Вы чё, не видите, что это шорты? Вот. Это шорты. Бля. Показал шорты. Минус глаз. Не орлю, орлиный глаз. Повредили ему глаз. Блять, сам себя наушником долбанул. Хелен Дьякова, как во взвод попасть? Я не знаю, как тебе во взвод попасть. Это только я могу в тебя попасть, Елена. Ну, так сказать, ребят, учитесь, это пикапы от Нью, так сказать, это пикапы от Нью, вот. Кому интересуют уроки приватные, как бы, пишите вот в чат. Естественно, я буду давать уроки. Нет. Хреною. Сказал лежать. Что? Ты угораешь? Блять, вертухи в пиксель, ты чё ж? Скорость мангуста. Все, отлично. 6300 урон. Ага. Полет шмеля был. Вот он. И вот он пируэт. Прям как Нью учил. Красиво. Он ему, кстати, каток сбил. Блять, ну артиллерия, серьезно. Ну вы сюда сведены были. Ну... люблю арту. Ах, как хорошо, как приятно играть. И вот этот смачный такой вот привкус говнеца во рту. Ах, ностальгия. Партия. Хорошо, едем дальше. Едем. Блин! Я только хотел посмотреть в чатик для того, чтобы ответить на очередной вопрос. Колодец! Бля, Wargaming. Колодец по центру. Просто по центру бетонных плит поставили колодец неразрушаемый.
Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, сейчас Авада Кедавра будет. Авада Кедавра! Просто фулстоп отлетел, чел. Он такой, ёб твою мать. Да чё произошло? Как? Как мне все хп сняли? Ой, все. Рандом World of Tanks, вон, с танкистом, с Балтикой, вот, нормально, там, под бутылочку пивасика, там, Джим Бима, да, нормально, братан, нормально, скажи, да, Гуччи Гэнг, блин, да выпендривался, ты побазарил, и 7 выехал, дал мне в рожу просто. Блять, они не падают на него? Господи, матерь божья! Образ 13.30. Земля тебе пуховик, братишка. Так сильно дамаг хотел, так сильно хотел, что прям свалился к чертям. И вот он, сын маминой подруги. Здорово, братик. Чё, как сидишь? Нормально? Ой, загуляю. Давай. Две пули кадыш, да, ребят, я знаю, стример дебил. Вот, поэтому он кадышит две пули. А, Бодька, ой-ой-ой, больно. Давай я постою немножко, ты типа такой, ой-ой-ой, что он может делать? И он сейчас такой едет. А смотри, что я делаю. Ребят, это называется тактика Нирью, вот, восьмого поколения. Тактика Нирью, ребят, восьмого поколения. Ребят, тактика Нирью 8-го поколения. Проверяйте. Все. Да, ребята, там все было спланировано. Я специально заряжал 2 снаряда, чтобы вы такие, он заряжает 2 снаряда, типа ты лох. А я на самом деле просчитал, я знал, что засветится арта, я в нее выстрелил 2 снаряда, мне все равно потом придется кадешиться. И вот, короче, да. Блин, я так сильно хочу просто в задницу этого фаша убить, пацаны, вы бы только знали. Как я хочу его жепу. По идее, должен был снаряд зайти. Лё, где твоя тёлочка? Моя тёлочка всегда со мной. Хорошая моя. Ребята, вы вот когда будете в следующий раз заходить на стрим... Вы называете меня вот, как меня девочки обычно называют, кунирка. И пишите как бы слитно. Можно через хэштег, можно без хэштега, кунирка. Я честно, я буду вам так сильно благодарен. Ребята, занимательная физика от Wargaming. И как его убрать? Ты можешь? Ты можешь отстать? Алло, палка, отстань. Ну, и как тебя скинуть? Может, тебя об дерево скинуть как-нибудь? Погоди. О, вот это круто, я его только смог об дерево скинуть. Реально, в натуре физика. Интересно, я смогу я фугасом дерево сбить? Возбудился, плюс чат. Фейерверк заказывали, дамы и господа? Да, фокусник Нирью. За работой. Где снаряды? Блин, снова два. Я снова два зарядил. Да, ребята, все было спланировано. Блин, какой же я дебил. Как можно снова две пульки зарядить было? Ай, боже мой, ё-моё.